взбунтовались и уличили коммунальщиков в незнании элементарной арифметики. Жители нескольких домов в Тольятти решили сменить управляющую компанию после того, как перестали понимать, за что платят. Суммы в квитанциях регулярно увеличиваются, а добиться объяснений, откуда цифры такие берутся, жильцам не удается. Подозревают, недобросовестная обслуживающая организация выставляет счет еще и за соседей-неплательщиков. Екатерина Деменчук разбиралась в ситуации. Вот наше электричество, вот в арках. Отсутствие освещения, неубранная площадка. Людмила Макарова уже знает каждый угол в своем доме по адресу Гая, 15. Швея по образованию теперь осваивает профессию юриста и математика в одном лице. Учится решать коммунальные задачки. Мне принесли на подписи акты о приемке выполненных работ на канализацию. Было сказано нами, что мы ее подписывать не будем, пока все не пересчитаем. Через 3 дня акт стал дешевле на 21 тысячу. Нестыковки в цифрах, говорят, находят почти в каждой строчке документов. В ответ на запросы получают листы с непонятными формулами. Вердикт жителей коммунальщиков нужно сменить. Уже собирают подписи. Жители соседнего дома, Сверлова 14, тоже занимаются арифметикой. Пересчитывают голоса за смену обслуживающей организации. Претензии жителей и здесь не меняются. Я живу одна, он мне 3,5 куба горячей воды всучил. Горячий. Я говорю, господи, я все 10 подъездов вымою этим кипятком. В управляющей компании номер 1 разводят руками. 354-е постановление правительства в действии. А коэффициенты, по которым высчитывают суммы на общедомовые нужды, говорят наоборот, с каждым годом уменьшают. Больше 100 домов коэффициенты меньше единицы. И эти дома, они сэкономили около 16 миллионов рублей. Люди, не разобравшись, эмоционально, так сказать, вот, решили уйти. Так и сделали жильцы дома по адресу Гая, 10. Прошли через митинги, сборы подписей и обращение к губернатору. Управляющую компанию сменили и создали ассоциацию домовых советов. Теперь обучают других жителей квартала правильно работать с документами и сотрудничать с коммунальщиками. Любая компания нам не враг. Просто с ней надо найти общие какие-то вот эти стыковки, которые, чтобы мы понимали их, и они нам понимали, и они нас понимали, что мы хотим и как мы хотим жить. В новую организацию входят председатели уже 12 домов. Считают, это еще один шаг к созданию ТСЖ. Поскольку в первую очередь его будущий председатель должен быть подкован в вопросах ЖКХ, чтобы не запутаться в лабиринте коммунальных услуг. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, новости губернии, Тольятти.